Итак, народ, всем привет! У микрофона, как всегда, Самовар, и сегодня мы с вами снова будем играть в Dota Mix. Да, я уже не знаю, какая это серия этих Dota Mix'ов, но, в общем, давненько я не заходил сюда, и с тех пор, я, насколько знаю, есть некоторые изменения, добавили целый новый режим Double, который называется, там играется на бонусы, но я, в общем, вам дальше потом расскажу. Вот, добавили его, насколько я знаю, где-то месяц, может быть, больше даже назад. Ну, не суть. В общем, давайте сначала начнем, как всегда, для разогрева на спинкинге. Вот, я безумно соскучился, давно еще не заходил на самом-то деле. Вот, есть у меня определенное количество шмоток. Сегодня будем играть по-крупному для спинкинга, по 20-30 рублей будем ставить ставки. Вот, и опять же будем действовать той стратегии, про которую я говорил, типа на повышение. Вот, но для этого сначала нужно, я думаю, нам сначала сгребать всяческое говно, которое вот копейки стоит там 2,60. Вот, и начнем мы сразу со ставки в 2,30. Так. Точнее, в 20 рублей. В 20 рублей начинаем и поехали. Это, кстати, даже не знаю, что я там именно поставил. Ну, это не суть, в общем-то. Обычно первая ставка заходит нормально, потому что, я не знаю почему. Обычно первая ставка заходит более-менее и, да, чудесно. В полтора раза. То есть мы получили одну шмотку на ту сумму, которую поставили. Ну, почти на ту сумму. Ну, пофиг, нормально. Так, я не знаю, почему так сделалось во все это. Блин, теперь опять не очень, очень неудобно постоянно пролистывать вот это вот, короче. Так, теперь идем на 30 рублей. Такс. Пробуем на тридцаточку идем. Так, играть. Поехали. Ну, сейчас, я думаю, уже не очень будет, а следующее должно очень хорошо зайти. Такс, трипл килл. Не, случайно мификал, который будет стоить 5 и менее рублей. И это... Ну ладно, 6 рублей, окей, Dota Mix, хорошо, 6 рублей. Теперь пробуем с ракет. Таким образом попробуем дойти до 100. Если, конечно, вещей вообще хватит. Либо будем просто придерживаться стратегии 20-30 рублей. То есть одна заходит, другая сразу же не заходит. Так, в общем, ставим сейчас, сколько мы тогда этого ставили, 30 рублей, сейчас будем ставить 40. Так, и я попробую подтвердить действенность своей тактики. Так, 40 рублей, поехали. Текс. Сейчас, по идее, должно зайти и дойти нормально. Так. Две вечно поставленную сумму. Ну, нейтрально считайте. Ничего прям не супер круто, но и не прям ужасно. Так, ладно, идем дальше. То есть, по сути, мы сейчас обмениваем дешевые шмотки на кучу дешевых шмоток на пару-тройку дорогих. Так, теперь ставим 50. 50. 50 мы просираем, потом за 60 получаем что-то нормальное. Так, 52 рубля. Поехали. 52 рубля. Блин. Интересно. Действительно работает. То есть через один. Так, случайно аркана, привет. Так, случайная вещь и... Ну да, все, 50 рублей просрали, это нормально, 2 рубля получили, так, ясно. Теперь вот 60 должно нормально зайти уже. Текс. 60. Эх, блин, пропустил. Так, ровно 60, нет, не ровно 60, вот теперь ровно, ну, больше 60, окей. Такс, блин, сколько я уже шмоток просрал только что. Блин, если сейчас не зайдет. Ну, опять же, видите, почти 2, ну да. Вот даже имморталка на умника. Прикольно. Хотя она мне очень даже не нравится. Пофиг. Так, сейчас идет за 70. Вот вы сами видите эту закономерность, правда? Сейчас идем на 70. Шмотки тем временем у меня кончаются. Я не знаю, наверное, я не дойду. Вот 70 уже реально большая сумма, как для рулетки. Блин, это капец, как жалко, на самом деле, жаба душит. Так, 70, поехали, ребят. Вот сейчас уже очень волнительно, но, в принципе, ожидаемо. Сейчас не должно зайти. Так, случайная вещь на 5 рублей. Ну, да, расхотел, блин. Так, окей. А, теперь 80, вот 80 уже, блин, капец, конечно. Заколебался уже кликать, на самом деле. Так, явно не хватает кнопки, которая автоматически будет выделять вещи на определенную сумму. Блин, как я помню, эта крутая штука была, когда она только вышла. Блин, я так хотел ее. 80 рублей, вот эта вот штука на кентавра. По-моему, первая шмотка на кентавра вообще была. Так. И нет, это должно было зайти, почему? Почему на 80 не зашло? Вы что, охренели? Какие 100 бонусов? Какие 100 бонусов? Боже мой, Dota Mix. Какого черта? Нормально же шло все, вы что, блин. Ладно, будем теперь поменьше ставить. У нас вообще там что-то осталось, хотя бы на Текис. Я хотел еще в Текис поиграть немножко. Блин, окей, ладно. Давайте по двадцаточке, все, по двадцаточке. Потому что я что-то вот это меня сейчас огорчит. То, что вот внезапно такой мидорфит, типа, опа, чувак, ты что тут фармишь, да, бабки, а хрен тебе? Мингарду, бля, на 100 бонусов. Сложно. Ладно. Пофиг, то есть мы поставили 20 рублей и получили 2000 бонусов, понятно.
Так, ладно, окей, это как бы не... Ну ладно, давайте десяточку вот эти вот стрижешь, это три слота разгребем. Так, потом, наверное, еще чуть-чуть поиграем, потом на текис перейдем. Сейчас как раз бонус подофармим для дабла. О, да, счастливчик, о, да, вот то, чего мне не хватало. Вот это я просто обожаю на этом сайте, счастливчик. Просто кайф, кайф, больше. Вот счастливчик, мидорфит и вот это вот все такое, вот, просто мне так разрывает жопу от этого. Так, ну 19, давайте, на такую сумму пойдет. Текс, 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 и, боже мой, хоть бы раз выпало, хоть бы раз что-то вот из этого выпало, ну, класс, 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 ладно, мы можем еще, так, сколько мы сейчас поставим, давайте на 30-ку наберем, может быть, если вообще наберем, так, 32 аж, так, если сейчас ничего хорошего не упадает, короче, уходим, идем играть в текис, так, так, случайная вещь, ну, ясно, короче, на 2 рубля, ну, почему случайная вещь? Почему не написать вещь за 3 рубля? Почему нельзя прямо говорить людям, что это вещь за 3 рубля? Короче, в жопу. Идем текис. Вот вы все говорите, о, ютуберам подкручивают, о, у них шанс подкручен. Да блин, если бы я был подкручен, меня бы так не бомбило бы сейчас. Я, блин, все шмотки уже просрал, которые я, блин, здесь накидал. Так, ладно. Ну чё, давайте сразу сходу ставим 30-40. Ну чё? Так, такис. Поехали. Да ну нет, нет, почему сразу-то так? Ну, у меня даже слов нету. Да какого хрена? Блин, всегда же работало то, что я закидываю и быстренько начинаю классить, и все окей было. А, ладно. Ну, давайте так вот поиграем. Да вы чё? Какого хрена сразу-то? Боже ж ты мой! Что за дерьмо сегодня со мной творится? Ну, ё-моё. Я никогда так ужасно еще не заходил на Dota Mix. Вот реально, просто самый отвратительный раз. То ли Dota Mix испортился, то ли я неудачник. Ладно, давайте аккуратненько, нежно. Так. 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 Ну, конечно! Ну, конечно! Ну, конечно! Ну, конечно же она была там! Ну, конечно! Ну, у меня там еще плащи есть. Я уже практически все просрал там буквально за 5 минут. Ну, это я. Это я. Ну, зато бонусы есть, чё. Бонусы зато есть. На эти бонусы можно потом что-нибудь в магазине будет купить, да. Ну, или ставить их вообще, не знаю. Ладно, давайте по мелочи. Ну, это вообще невозможно. Что это за говно? Что происходит вообще? Это просто реально какой-то кошмар. Да... Что за дерьмо вообще здесь происходит? Почему? Почему два раза подряд на одном и том же месте? Вы, типа, не слыхали о том, что молния не бьет два раза в одно и то же место? Не, нифига. Типа, какова вероятность вообще, что в одном и том же месте будет? Вот если сейчас она опять здесь будет, я вообще просто уйду отсюда. Ну ладно, окей. Окей. Ладно, ну ладно. Заметили, как мина потихонечку передвигается отсюда до сюда и потом все ближе? Вот здесь вот, вот прям вот 100%, если я куда бы не нажал, здесь будет мина. Вот куда бы я не нажал, здесь будет мина. Блин, чё же я не поставил-то побольше сумму? Чё я поставил такую мелкую? Блин, я даже не знаю, куда тыкать. Я куда не ткну, сейчас везде будет мина. Вот сейчас вот я дойду до 35 и заберу. Если не дойду, будет очень обидно. Поэтому... А. Да! 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 35! Да! Да! Забрать выигрыш. Нормально, нормально. Шмот подняли, все. Хороший заход. Ладно, пойдем пока отсюда. Пока тут откатится удача, пойдем на спинкинг. Так, ну по этот, как вот там, в конце поиграем в дабл, наверное, немножко, потому что я считаю, что это не особо такой эффектный, крутой режим, это обычнейший, ну, рулетка в самом, что ни на есть проявление ее, то есть тупо рулетка красная или там зеленая. Так, ладно, давайте, поехали. Крупные ставки, 30 рублей, поехали! Спингинг, давай, 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 хорошая! Вечно поставленную сумму, ну не... Это что, целый сет? Ух ты. Ух ты! Один из самых первых сетов, если не ошибаюсь, на Фурёнчик. Да. Помню, он еще, когда только сеты вообще добавили, он, по-моему, на обложке был, в рекламе. Ладно. Опять мы эти мысли старика, игравшего в Доту давно. Так, 26 рублей. Сейчас будет говно, сейчас прям однозначно будет говно. Так. На нервы тикает этот тик, блин, я не могу. Ну, конечно. Ну, это понятно, это понятно, это понятно. Поэтому сейчас поставим побольше, чтобы отбить то, что мы потеряли. Поэтому сразу 50 поставлю, 60 даже. Ну, нет, ладно. Не 60, хорошо, 54.
Да. 54, все, пойдет. Ну что, блин, как-то уж больно жирно все сразу ставить. Так, 54. Давай, жим нормально, пожалуйста. Что-то. Ну, как бы. Ну там вещей рублей это на 15. Боже ты мой. Я поставил 60. Мне, конечно, ни разу не упадали вот эти вот сундучки, нисколько там. Даже с 5 вещами. Боже мой. Ну, давайте поставим их обратно, короче, пускай они это раз. На сколько тут вот? На 13 рублей, даже не на 15, даже на 13, боже ты мой. Так. Случайная вещь за 2-3 рубля. О, легендарка за 4 рубля. Так, ладно, уходим, если здесь нечего делать. Идем еще разочек в текис, я думаю, сгоняем. Не знаю, насколько, какую сумму мне ставить, но есть смысл, наверное, попробовать очень большую. Думаю, что да, вполне можно. Так, какую же? Хотя я, знаете, что-то подозреваю, что здесь чем больше суммы, тем меньше вероятность выиграть. Конечно, это может быть зависит тупо от моей удачи, но... Да. Целый сет, охренеть, блин, целый сет стоит 9 рублей. Да за этот сет раньше убить могли. Блин, я не знаю. Я не знаю, забрать или еще пойти. Вот жадность меня погубит, какого хрена? Нет, я пойду дальше. Да! 60 рублей выиграл. Эх, ладно, идем дальше. Да! 200 рублей, уже в два раза приумножил. Блин, не, в жопу, я забираю, короче, ну нахрен. Что это там вообще? Какого хрена, кому они вообще нужны? 2016 год, кому нужны эти спектаторы, артизи, блин, вы чё? Это что, 2014 год? Блин, зачем? Я хотел... Да зачем мне это вообще нужно, боже ж ты мой? Я, конечно, очень рад, что я выиграл, ну типа, да, 200 рублей, все такое, но как-то... Тогда такое, да. Ладно, сейчас можно уже по мелочи играть, потому что я сейчас сразу буду ловить все мины. Ну это да, это нормально. Так, сейчас опять буду ловить все мины. Так. О, я прошел до конца, охренеть просто! Музычка? Нормально. Я не знал, я вообще ни разу не проходил до конца здесь. Нет, один раз, помню, проходил. Обалдеть, ни разу не проходил, реально. Но один раз, окей, один раз, но это было не на записи. Классно. Прикольно. Здорово. Блин, классно здесь на текисте, слушайте, а, вообще. Блин, да, текис здесь реально в моде. Потому что по сравнению со спинкингом я здесь уже, ну, так нормально вещей поднял. Ладно, давайте уже во все тяжкие пустимся в это все говно. Поставим на 78 рублей. Блин, это такая тупая ошибка сейчас была. Зачем я поставил все, если я сейчас сразу же славлю мину после того, как я собрал целую игру. Блин, можно до конца дойти и получить 468 рублей. Ладно. Ну это говно, давайте сгребем, короче. Зачем он мне нужен? Вот сколько тут. Я не знаю, насколько. Ну, простите, пожалуйста. Сейчас будильник был. Так, ладно. Нет, мне не подкручивали. Все, тихо. Так. Да ё-моё! Какого хрена? 90 рублей поставил! Только что же сливал уже, вы чё? Блин. Я не знаю. Давайте, короче. Последний заход вот на вот этот вот. Все. Да. Поехали. Вот как я начинаю мест кликать, короче, это значит, что я проиграю скоро. Нет, там было 273 рубля. Ладно, уходим. Окей. Пойдем на это, сыграем на дабл. Покажу вам, что это такое дабл, если кто-то вдруг не видел. О, это треск, блин. Ой. Можно загрузиться, пожалуйста? Игра там уже идет, а я до сих пор не могу загрузиться. Ну, здорово, блин. Так, ладно. Выруби звук. Так, что у нас, сколько бонусов? У нас 9500 бонусов. Итак, мы можем что, поставить на красные, на зеленые и на оранжевые. Вероятность выпадения оранжевого самая маленькая, как вы можете заметить. То есть, следовательно, если на него поставить и выиграть, то там в 14 раз умножается. Вот. Как-то так. Так, ну что, попробуем, давайте. Я думаю, что если...
Ну, я не знаю, здесь вот глупо рассчитывать на то, что если вот 3 раза подряд выпали зеленые, и что зеленые больше не выпадут. Это, конечно, бред. Типа, многие так считают, но я так не считаю, поэтому я поставлю 1000 на... Блин, я успел? Да, успел, нормально, все, пойдет. Так, 1000 на зеленых. Я докажу тем людям, которые думают, что если зеленые много раз выпадали, это значит, что они могут выпасть. Нет, нифига, смотрите, видите, все боты подумали, что сейчас будет красный, а выпал зеленый. Я знал. Нет, на самом деле я не знал, но просто я так думал. Что обычно, если бы я так подумал, что если нужно поставить на красных, то, типа, а их давно не было, это значит, что я выиграю. Нет, ни хрена. Вот. Видите, опять все ждут красный, потому что выпадает только зеленый. Все думают, что сейчас выпадет красный 50 кусков. На зеленый не ставит практически никто. Тут 1000 еле наскреблась. Просто посмотрите. Ну, какой же, боже мой, ребята, вы что, не понимаете, что это чистый рандом? Ну, чистый рандом. Либо же наоборот. Здесь такая система, если там мало ставят, например, на какой-то, например, на зеленый, то они и будут выигрывать. Поэтому я поставлю еще... Нет, 3000, наверное, много. Две поставим, 2000 на зеленые. Просто, ну, чисто ради интереса, посмотрим. Так. Но если я сейчас опять выиграю, это будет такой эпик вообще. Такс. И снова зеленые. 40 кусков парень поставил, я не могу. Ох, лол. Ребята, да. 12 тысяч уже поднял с 9. Ну вы поняли, как это работает, типа, да? И опять все на красный, больше красного. А вот сейчас, я думаю, вполне может выпасть красный. Вот сейчас я тоже думаю, что выпадет красный. Либо оранжевый же, либо действительно оранжевый. Я вот не знаю даже. Давайте поставим 1000 на оранжевый и 1000 на красный. Вот так вот. То есть, в любом случае, я не буду в проигрыше. Поэтому попробуем так. 1000 на оранжевое и 1000 на красное. Вот так вот, вот. Посмотрим. Блин, вот бы если сейчас оранжевый выпал, это вообще такое мясо будет. 14 кусков срублю, считайте. Ну, 13, учитывая, что я потратил 1000 уже. Интересно. Ну, оранжевый тут и не пахнет, конечно. И снова зеленый, опять же, видите, то есть... Видно, что на красный ставят больше, следовательно, выиграют зеленые. Я не знаю, может быть, это, конечно, никакой закономерности здесь вовсе и нет, но, по-моему, это примерно так и работает. Ладно. Ну чё? Я вот думаю, что сейчас будет оранжевый. Я поставлю 5000, это половина моих всех денег, ну, бонусов. И я почему-то хочу поставить именно оранжевый. Поставлю в самом конце. Вот. Оставлю в самом конце. Вот, 5000 на оранжевые. И надеюсь, все будет окей. Но это, конечно, эпик полнейший будет. Если я выиграю, это получается в 14 раз умножить, это очень много. Я слишком даже тупой, чтобы посчитать ту цифру, которая получится в уме. Вот. Поэтому, не знаю, 5000 на рыжие, это же... Да не, вряд ли, конечно, зайдет. Ладно, ставим 5000 на рыжие. Пробуем. Если нет, я ухожу. Я ухожу отсюда и на этом закончим, если я не выиграю. Ну, пожалуйста. Понятно. Вообще даже не близко. Все ясно, ребят, все понятно. В общем, выпали опять зеленые. Я не знаю, какой уже здесь стрик из зеленых. И здесь уже все прохавали то, что на зеленые нужно ставить, типа. Да. Ну, короче, ребят, что, я не знаю. Может, этот сайт залагал. Давайте чисто ради интереса сейчас поставим оставшиеся свои бонусы на зеленые. И вот сейчас тогда выпадет красные. Вот сейчас я в самом конце опять врублю, и тогда выпадут красные. Вот прям вот. Не знаю, 100% вероятность, что выпадет красный. Вот сейчас посмотрим. Я поставлю на зеленый большую сумму, и из-за этого выпадут красные. Вот прям посмотрите. Хотя я опять же думаю, что это никакой закономерности здесь нет, это всего лишь мои предрассудки. Вот, но попробуем. Я на последних секундах поставлю. Либо вообще рыжие выпадут. Да, рыжие, скорее всего, выпадут. А, так, ладно, поставлю еще на рыжих 1000. Так, ой, 500 на... 500 на рыжих, 500 на рыжих, 500 на рыжих. А, уже не успел, ладно. Ладно, поставил 5000 на зеленых, выпадут сейчас красные или рыжие. Красные, я же говорил, вот я же говорил, что выпадут красные. Ну, в общем, вот. Да, на этом можно вполне и закончить, ребят. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Я просрал все свои бонусы и остался доволен. Ладно, в общем, всем спасибо, ребят, за просмотр. Можете заходить сами попробовать поиграть. В общем, дело-то ваше, никого не агитирую. Можете не заходить вообще. В общем, да. Всем спасибо, удачи вам, ребятки. И не болейте.